Твин – это менеджер… Подмастерье. Да, это хочет тренировку. Я просто менеджер. Менеджер и тренер. Гриша, я менеджер над менеджерами. Ика и… Ика – это менеджер по развитию. Этого, а блядь, чем не кидали? Все, давайте, я кидаю. Молодой талант. Я кинул инвайт, короче. Yeah. И командир по произвольному нажатию правого стика. Да без проблем. Да поехали. Все, поехали. Разворачивай. Ой, Экс, вырубай микрофон. Я такой красивый в этой форме. Элегантный. Это микрофона нет. Ты же белый. Он продал его. Купил бензин. Пресс. Сжимаем. Барбашки волосы появились. Это... Давайте. С Богом. Покажите чемпионскую игру. О. Гриша, пройди и забегай. Нормально. Каспер Кросби takes charge of this game today. Вперед. Справа. Хорош. Дам назад. On the attack here. Very bad. Один борец, второй страхует, и все будет нормально. О. Супер. Гриша, давай. Идет припирка. Я бы не успел, например, скорее всего. Леша, справа. Справа сам. Справа. Завтра буду тоже там. Как он не забрал мяч? А, он говорит, что? Вот красавчик. Гони. Гони, гони, гони. А, ё-моё. Да. Через, Крыт. Через... Да, это стоит. Да, это просто полетает. Та-дам! Больше открывания. Двигаемся, двигаемся. Не стойте, они же понимают, что игрок стоит, не проявляет активность, иначе мне никакой фиг не даст. С обратно. Справа. Справа, справа, справа. Справа, блядь, я нажал просто, я не знал, куда мяч летит, кому летит мяч. Ну, вдвоем в одну точку. Ну, я на всю нажал удар, короче, я, блядь, думал. У меня полоса полностью прошла. Главное понадежнее, поспокойнее. Выбивай. Вижу, 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 вижу. Ну, да. Почему? Давай, 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 давай. Нормально. Разобрали, сразу отскок. По позициям, парни, мы все неплохо вообще по позициям играем. Мы собраны, это организованность. Ну, открывайте просто на фланг друг. Забегает второй, кройте заброс. Это моя школа, я тоже так бью. Так, возьмите игрока в центре. Один, я не один возьму открытый его, в центре. Маленький, ребят. Я чересчур большой, чтобы его брать. Пацаны, ну смотрите, там же реально открытый игрок стоит. У меня я забью, мне нет. Один из минимальных ростов, который есть.
Криш. Пройди сапер. Динамика потерялась, я остановился уже. Уже потом уже сложно было догнать. Спускайся, я спускайся. Обратно, ну и мне дальше. Дан. Да. Чего вы в одной точке? Пока что ко мне Никита мешает. Ну не знаю, вы его на мяч тянете просто. Дальше. Не знаю почему, но тянет его на мяч. Он должен быть чуть-чуть подтягивать, чтобы мы с ним не забирали мяч. Смотрите на партнеров, что они уже летели. Но... либо мне играть глубже. Обратно ему. Быстрее в пас, быстрее думать. Ты бы сразу отдал, то пришло. Вынос, вынос. Повторю, можно. Ну только вверх, там выходи. Никого не было. Ёбана в рот. Я так и не понял, почему на низ давали пас. Там, по-моему, снизу просто прессинговал, видите? Вратарь у меня. Нет, там вон снизу прессинговал, надо было вверх, он же снизу, слева. С игрока. Ладно, все, давайте. Разберемся. Там еще голы придумал. Давайте, забьем сейчас. Обратно. Вы не мешайте друг другу, давайте играем, то есть каждого позиция. Не опускайтесь ниже, блядь. Ой. Я сказал 15 минут. Гриша, Гриша, поближе, я умру. Гриша, да. Быстрее, быстрее. Мы пока только, блядь, мешаем друг другу играть, а... на фланг. Players done well here until it was the direction of the pass really right idea but couldn't find his man it's out over the touchline. На том кругу мы им проиграли во втором круге. Не помню ничего такого. Да, да, мы им еще кому-то. У нас одно поражение от Inception. Нет, в том я имею в виду в той лиге. Братан, не ваш. Потом. Спешите вперед. Бля, что мы выводим один на один постоянно? У нас контроля нету, давайте активнее. Гриш, открывайся больше. Лёш, дам. Подержи. ЦОП открыт. Верну. Бля, туда. Лёш, подержи. Стоп, не дальше. Уже закрыли. Я веду топ шансы. Справа. Опять в вас. Они тянет ничего, оно, блядь. Я вам хочу сказать. Блядь, ну разбегитесь как-нибудь, реально. Вас не тянет, потому что вы все время в одной точке бегаете. Чем смотреть на партнера? Не подходите ближе, чем на 10 метров к нему. Редко когда ближе. Никита, ты опускаешься очень низко. Прям. У нас атака развивается, а ты идешь на мяч. Ты должен наоборот оттягивать защиту, а ты постоянно идешь на мяч. Из-за этого мы постоянно с тобой мяч с лбом убиваемся. Если я буду стоять на месте, у нас развития вообще никакого не будет. Что освобождать зону, там между ЦЗ несколько зон свободных. Он не дает, понимаешь, он не дает играть полузащитникам, он просто идет на меня. Ладно, и... все, его тоже можно понять, мы там распасовываем. Хумель здесь вылечен, ребят. Хумель здесь еще и вылечен. Не хоп, опять играем, его нам забивать надо. А как у Чаева забивать? Сосредоточься на игре. Оттягивай защитников их не чуть-чуть. Никиту, на меня. То капитан суперзащиты поставьте и мощный приз. Давайте, у нас есть 45 минут, чтобы забить банана. Хотя бы одного. Now they've got the ball, what are they going to do with it?
На крайнего, знаешь, лицо. Или мне уже. Да ну же вон нахуй, блять, какого хуя представляет эти, блять, штанги. Заебали они меня уже, блять, вторую неделю подряд, одни штанги, блять. Криш. Более, более. Жмем их, давайте тогда. Нам, мы проиграем 1-5, 2-0, 8-0, 16-0. Похуй. Я нажал пас. Надо закинуть. Хьюз. Nice touch. Well, he's lent the ball to his mates. He's got it back again. Топ. Что то 60 минута матча, это пиздец нахуй, пол жизни, блядь, есть. Вот хорошо. Это, блядь, ебануться надо. По позиции. Давай. Да ну что такое? Не спишь. Пиздец, сейчас мы в матче выходим на надежды. Я даю крыш. Ебануться. Рано сейчас. Слева, слева. Слева игрок! Блять! Да, вы что, гоните? Ну как не увидите? Смотрите. Смену фангов. А, бля. Я ж... Мазафака. Играйте, все будет время. Давай, давай, соберемся, поискать. Нам подборы нужны, чтобы поджимать. У нас нет подборов. Не перехвата, ничего. Не, ну это не туда вообще поспешно. Не забить должна в любом случае. Раш. Брат им в одно косы. Включаюсь. Сам эти закрывают. Он уже прочитал. Это был отбор. Сам. Ой, на рисаре. Хорош. Еее. Блядь. Ребят, хорошие силы. Играйте, но вы сильно напряжены, реально. Нормально. Ребята, они сели, давайте. Тоже, давай, расслабься, все спокойно. Блять, Леша, три момента застрали, вот реально, знаешь, как оно, блядь. Не, я вижу, я вижу, играем, блядь, 1-1 нам, пиздец. Давай, зависит, поехали. Нужно успокоиться. В хорошем смысле. Давайте как-нибудь вперед, когда накинул. Быстро, Никита. И давай. Нападающего, давай. Давай. Я вот справа. Ай. Там, ребят. Блядский судья еще. Страхуй. Вынос. Опа, давай. Закрываем, блядь. Возможно, вариант. Может быть, получится хоть выносить неуклюже. Сброшу. Вот, сука. Хорош. Давай, бори. Здесь, на спину. Справа. А там защитник видели, где был? Сам. Блять, даже не принял. Но сам у них игрок в воротах стоял. Ну это да, кинул, пошел. Так, у нас есть 10 минут. Не далее. Пускайте фланги, у них на фланге игрок открытый, поэтому есть вариант. Пускайте за спину. Отлично. Не нажимайте кнопки все подряд, но все просто будет тупить.
Запрашивай. Открывайте. Подсунул. Блядь, что там? Не, ребят, ты вы кучно все бегаете. Нужно одну нормальную атаку раскатать, открыт. Через Гришу, или Силон справа. Никит справа. Блять, попроще уже, наверное. Сам тут. Кармашки. Бля, просто пробегите навес. Так я хотел. Да дайте мне хоть пас, я за стенкой стою, я сделаю навес оттуда. Не мешайте друг другу, я же говорю, ну, все рады, спокойно. Да что там? Провал, хули. Ну, ничего страшного. Чекер, интрига за такая. Открыт. Открыт. Ваш поддержание. Подожди, сам. Я уведу. Это нет. Ну, играй. Никита, красавец. Держим счет. Это самый приятный гол в нашей лиге. Блять, не успеть еще пустить. Ох, елки палки, сколько слов уже, давайте играем. Ворота зашейте, блядь, и как. Хороший. Фух, ребята, это было жестко. Все равно Никита, блядь, не дал мне базу. Молодец, Никита. Никита свое отработал, блядь. И за меня, и за себя. И два банана положил. Теперь цветы мне быстро. Спасибо, всем удачи. Как будто я сам играл. Да блядь, потому что идите мать. Нахуй, блядь. Идите чаще играть. Я думаю, это победа моя приятная. Мы очень плохо играли. Самая плохая игра за два сезона, наверное. Ну не самая плохая, но одна из самых плохих. Вина, сделай вас. Или со, ну, чтоб на стриме были хотя бы. Я уже вышел. Вась, ты вышел уже? Не, нет, я в матче. Как я могу делай быть? Я сейчас туда. Никитовы голы еще. Тоже впечатляю. Такое впечатление просто складывается, что некоторые думают, что мы уже выиграли, блять, когда 7 очков было. Ну, такое впечатление, что мы уже выиграли чемпионат, согласитесь, хотя там только первый круг закончился. Ну, немножко мешали друг другу, а вот так, в принципе. Не, Вася, это не то, что мешает друг кто-то кому-то мешал, это потому что друг по другу не могли подстроиться, потому что долго думали очень. И вообще сегодня плохо играем. Нужно стабильно играть каждый день, одинаково. А не то, что там один раз сыграли охуенно и все, пиздец. Я, наверное, топ-топ игрок. Скажи, смотрите, потом... ну согласись, что они практически ничего не создали. Один момент, который создали, они... Вась, ну они создали, им, может, и не нужно было. Они хотели ничейку увести, хотя могли и победу увести. Да, они молодцы, конечно, они хорошо. Молодцы, это мы плохо играли, а не они хорошо. Да не, мы плохо сыграли. Очень плохо. Ну, я вот со своей колокольни могу сказать, что было очень неудобно. У нас не было игры в пас. Честно, вот, Вась, ты иногда пару раз реально лишний сделал. Ничего не контролировал. Ну, и вы из-за этого с Никитой не поделились. Смотри, знаешь почему? Смотри, я тебе скажу, потому что я дал пас, и побежал открываться под пас. Из-за этого не, а Никита не утягивал. Тебе надо было как-то уходить в сторону. Да, не, может быть, да. А вы бежали в одну точку, из-за этого провал. Еще играли? Знаешь, в чем вопрос? Потому что Никита бежал со штрафной на мяч, а я в штрафную на мяч. И из-за этого не, мы получили... Не, я все понимаю. Ну, то есть это ошибка. То есть надо над этим работать в следующий раз. Вот. Но еще лично мне под конец тупо так мешали играть, потому что вечно кто-то крутится. То есть мне дают пас, а возле меня кто-то крутится вокруг меня. Было тяжко. Ну и паника. Что-то вот эта паника началась. Пропустили гол и все уже нервничать. Из-за этого у нас играли. Мы же до этого, ну, то есть, ну, может, и не создали каких-то там 100%? Болей? Ну, почему? В этом матче не скажу. Мы нагнетали. По-моему, три момента вышли, один на один создали. До забитого гола. Мы не насоздавали до забитого гола ничего, но мы нагнетали ситуацию. Потом ошиблись, пропустили. Моя штанга дровика, да, да. Плюс травма там тупая. Не играли хладнокровно, вот именно хладнокровно не играли. Уже, знаешь, на эмоциях. Потому что настрой совсем хрупкий у нас. Малейшая там какая-то
малейшее что-то не по плану пойдет, и все, у нас настрой сразу пропадает. Это печально, конечно. А в волевых победах тут речь не идет. Вот только сейчас кое-как получилась волевая победа, и то мы очень удивлены и очень повезло, рады были в конце. Просто повезло. Что дважды навес прошел, такой хороший. Потому что обычно у нас так не получается. На самом деле повезло, потому что я обычно никогда оттуда не вижу. Не, ну первый, как, ну, первый гол там, конечно, такой он залетел, я бы сказал. Да не, первый гол, кстати, не знаю, там нормально все он было. Четко открылся перед защем и в нырке ударил нормально. Я когда уже он ударил, я видел, что воротчик, понял, что воротчик в дальнюю уходит. Ну, как бы я уже видел, что мяч в ворота летит. Ну ничего, будем работать над всем. Матч стрим есть, матчик пересмотрим, как получилось, так что мешали друг другу. Да там даже такая игра, что там нечего разбирать. Там короче, я посмотрю, как получилось, почему я несколько раз. Не, ну там я говорю, это чисто стоит. Потому что это самое. Нервы пошли. То есть, знаешь, вот пропала хладнокровие, мы перестали спокойно как-то. У меня нервов уже нет. Это, наверное, потому что мы сегодня плохо играли весь день. Вот это у нас не получалось весь день, и сейчас поэтому как-то. Я просто не понимаю, парни, от чего нервничать вообще? Должны быть уверены в себе, наоборот. Если вы нервничаете, уверены в себе. Ты тоже меня взбесил. Ну, смотри, я говорю, успокойтесь, чтобы как-то под контролем друг друга. Смотри, надо завести. Я три раза там столкнулся. Но он завелись. Леша столкнулся с кем-то тоже раза два. Ты с Викой. И вот все моменты, которые могли создать немножко. У меня не было момента, не надо, у меня в начале матча, когда я говорю, что когда вот столкновение было там, по-моему, у вас с Вином. То есть, видишь, немножко... Не у меня. У меня с Никитой раза три точно. Да там, блять, мы и раньше могли забить, на самом деле. Не, ну, да. Я помню только, блять, не знаю...